Друзья, привет! Иду в светофор Ириновский, 24, Санкт-Петербург. Приятно вам прослушать. Какую красоту привезли. Так, это наборы баночек. Сейчас мы посмотрим. Так, набор герметических контейнеров для СВЧ-печи заморозки с крышкой 5 штук. 200 миллилитров, 400, 700, литр, литр, 700. Смотрите, сколько всяких расцветок крышек. Очень красиво. Крышка цветная, красивая, остальные все прозрачные. Так. Заготовлено это в России. Пищевой полипропилен. Можно мыть в посудомойке, ставить в микроволновую печь. Замораживать. Емкости. Так, для хранения продуктов тоже 5 штук. 135,70. Дешевле намного, чем в фикс-прайсе. Точно такие же. Пищевой полипропилен. Три контейнера, эмалированные с крышками пластиковыми. Я вам показывала в том обзоре. 3 800 миллилитров, 100 литр, 600. 332,70. Нержавеющие стали с крышкой на 2 литра. Толщина стенки 0,3 мм. 483,80. Для газовых плит, электрических, керамических подходит. Легкие, хрядные, 1600 мм с кольцами, декоративными наконечниками, 687. Вот есть инструкция. В таком цвете серебро. Power Lux. Так, сколько она стоит? 779, 26 сантиметров в диаметре. Хорошая сковорода. Посуду в моечной машине можно мыть. Стеклокерамическая плита, электрическая и газовая плита. Все подходит. Хорошая очень сковорода. Светильник нашла с покрытием. Съемная ручка, 26 сантиметров, 343 рубля. Алюминиевая посуда с антипригарным покрытием. Для газовой плиты, электроплиты можно мыть в посудомойке. И для стеклокерамики подходит. Можно отстегнуть ручку и поставить в духовку. Какая-то она очень легкая. Сотейник. Вот это классная. Жаровня. Летает 28 сантиметров с антипригарным покрытием. 935. Вот это тяжелая, глубокая. Так, лучшая серия подходит. Для газовых электроплит стеклокерамики можно мыть посудомойки. Вот смотрите, какая глубокая. 88-10. Две штучки. Так, бежевые есть. И голубенькие. Чугунная с двумя ручками. 280-60 миллиметров. Так, 778. Очень тяжелая. Ну, кто любит такие сковороды, за ними надо правильно ухаживать. Пожалуйста. И 19 литров, 284 рубля. Такой можно вот складывать одну в другую или штабилировать. Толстый такой пластик. Раздвижной для раковины. 48,38, 104 рубля. Хорошая вещь. Рулонная жаккард. 50 на 60, 70, 160. Так, плотность 220 грамм на квадратный метр, 578. Вот все такого цвета. Цепочка есть. Так, 54 сантиметра ширина, 160 длина. Инструкция есть, конечно. Цвет бежевый, только такой. Вот это немножечко... более коричневую. А, вот и белую нашла. Слепая.
578. 130 миллиметров. В диаметре 400 миллиметров. 6 штук. 353. Цветным льном. Хорошенький. Ступок 6 штук, 50 миллиметров. Граненое стекло 65-40. Гамные стаканчики с цветным дном. 6 штук по 250 миллиметров. Миллилитров 185-80. Привезли сейчас набор стаканов. 6 штук по 250 миллилитров. С гранями. Люминарк. 306-70. Смотрите, какие классные. Все упаковано. Для отбеливания. Белизна гель. Литр 345-50. Губка металлическая 10 штук. 37-90. Поколение таблетки 30 штук. 67-40. Супер выгодно. Средство для мытья посуды капли, литр. Аромат яблока 77-70. Лин для защиты стиральных машин 44-20. В два с лишним раза дешевле, чем в фикс-прайсе. Там 99 рублей. Скрабы для тела медовый есть. Цитрусовый, клубничный. Скраб для тела. Так, сколько стоит? 68-20. Пилинг скраб и шоколадное есть. Мыло антипятно 25-40 и отбеливающее любых типов ткани 25-40. Бритья Арко 400 миллилитров 98-70. Вот такая вот. Пачки для пола. Есть розовые и зелененькие. Из микрофибры. Две штуки 40 на 60 сантиметров. 53-40. Так, вот смотрите, что я нашла. Так, почитаем. Это панель вспененный ПЭТ, белый кирпич. 700 на 770 миллиметров. Так, нашла только такого цвета и цены пока нет. Заморозки, застежка ZIP. 75 штук. 185 рублей. Хорошая штука. Покрытие хозяйственное с орнаментом 80 на 120 сантиметров. 244,80. Цветочками. Да, разобрали. Были еще другие ростки. Стекло привезли от них. Но цены пока нет. Так. Настольное жидкое стекло. Так, 120 на 80 сантиметров. Вообще классная вещь. Цены нет. Выпекание на 3 литра 332 рубля. Опаловое стекло. Такое тяжелое. Для животных есть здесь пеленка туалетная для животных домашних. 60 на 40, 60 штук. 552 рубля. Так, консервы для собак, говядина и сердце 62, 20, 850 граммов.